И Грувия – одно из самых необычных мест. Если вы что-то не можете себе представить, оно тут есть. Но скоро тут все изменится. Вот и запах свободы! Грам придет! Я накладываю на вас заклятие уныния! Знаешь, что значит заклятие на моем королевстве? То, что принц приедет спасать меня! Нужно теперь осторожно посадить эту штуку! Это был живой, большущий дракон! И он выписал мне штраф за превышение! Может, сейчас и не время, но скажу, что я приукрашивал историю с принцем. Не забудьте посетить Оракула! Давай вперед! Не знаю, как там тебя, петуконь! Прекрасная принцесса! Наконец-то я тебя нашел! Да, да, потом расскажешь. Берегитесь! Мы ищем карту с дорогой к Оракулу. Очень жаль, но я карта с дорогой в комнату с картами. Но мы уже в комнате с картами. Значит, я пригодилась. Кокоша-татоша ваше дело, миряне. Ой, какой-то уцененный Оракул. Да. А еще я знаю про тот самый случай с подштанниками, Терри. О, а что с его подштанниками? Ничего, слушай, этот предсказатель великолепен. Делай свое дело, мой бравый принц! Окей. И никто мне не поможет, тогда я дееспособна, верно? То есть ты можешь сама что-то сделать? О, так вот что значит дееспособна. Тогда нет, я не такая.